Всем привет, дорогие друзья. Игра называется Сиок. Про маленькую девочку. Это на самом деле такая рисованная игрушка. Это еще демо-версия. Проект существует на Кикстартере. Скоро, по идее, должна выйти полная версия. Ну вот, разработчики предоставляют демо-версии, чтобы люди могли посмотреть, оценить, что вообще из себя будет представлять эта игра. Давайте посмотрим. Давным-давно, но, возможно, не так давно. Was ruled with strength, heart, and wisdom unseen by monarch beloved, the gold-haired good queen. Короче, правила королевы в прекрасном королевстве. Сиок ее зовут, принцессу. Yet soon would end the time of peace. Ill news came from the frontier. The phoenix, an ancient beast. Queen said, "My dear, you must understand. I have to leave to a distant land to fight for you and all I hold dear." Короче, мама отправилась на драчку. The princess fell. Leading an army, away the queen rides. All pray for her quick return. Besides, она вела армию. Все молились о быстром возвращении. To use the queen's absence. The royal wizard, burned by ambition, has sworn with evil forces coalition to realize. И какой-то черт, волшебник. Трансформировал замок. В общем, пока мамашка там сражалась, плохой волшебник взял замок под свой контроль и посадил принцесску в тюрьму. Какая-то щупальца. Типа, видите, я спокойно. Так, что я могу сделать? Посмотреть в окошко. Медальон. Я в этот момент ничего не могу сделать. Щупальца, ну давайте, атакуйте его. Опять кружка появилась.
О, наконец сработало. Нормально. Пришел дядька и разобрался. То есть теперь она может перебраться через... Че за бред? Слышь, говорит, щупальцы, отдайте ключ. Ничего нет. Надо накормить их. Они хотели хлебушка. Прикольно. Так, туда нельзя. Какие-то гробницы. Дрень. Слишком тяжелая, говорит. Да подожди ты. Нормальная такая по гробницам лазит вообще. А, она не... плащ-невидимку нашла. Нет? Возьми эту хрень. Сейчас споткнется об нее кто-нибудь. То есть три стражника пробежало. Thank you.
поймали. Надо быть готовым. Как они поймали? Как они увидели? Подожди, может быть сейчас надеть эту штуку? Сейчас нельзя. Паука там нет, снять я ничего с себя не могу. Обратно я пойти не могу. Небольшое движение делаю, уже сразу. Может, паука? О! Надолго я соображал. Оу. Блин. Не все падают. И самолет летит. Вот такая вот демка. Не, ну кстати, вот исполнение, ну понятно, что оно рисованное, оно так себе, не особо чит. Это приятно. Такая демка, не знаю, понравилась вам или нет. В принципе, такое двоякое чувство. Где-то в скором времени игра полная. Может быть, и сыграем в нее. Вам спасибо, что смотрели. До новых встреч всем.